It's the most wonderful time of the year. With the kids jingle belling and everyone telling you be of good cheer. It's the most. Ой, какой красивый мальчик. Шапка. I've already got a warm helmet. Давай. Ты была писать Джордж Романина? Папа, мама, go get my glasses quickly. Привет. Хочу вам показать вкусняшки. Мы вообще сегодня будем кушать вкусняшки целый вечер с Костей. Это на самом деле, я вам просто покажу сейчас свой перекус. Это как бы что-то между такое, между ужином. Короче, полудник. А что я люблю кушать? У меня сегодня как раз все для этого есть. Я так уже, мне уже слюни текут. Я вам сейчас покажу, что это на самом деле все что-то очень простое. А вечером будем делать масл с Костей. Я купила в Костко. Это уже коробка. Вот такие масл. Они уже были готовые. Мидии в готовом соусе. Я вам покажу, как мы их готовим. Это впервые мы взяли. Они канадские, из Prince Edward Island. Это как бы считаются одни из лучших в Канаде. Так что будем пробовать. А сейчас я вам пока покажу, что я какую вкуснятинку я буду делать. Значит, какая у меня вкуснятинка? Вкуснятинка у меня вот такая. Значит, у меня вот это rice paper. Это рисовая бумага. Вот я вам сейчас покажу, как она выглядит. Вот такие листочки рисовые. Мы их сейчас размочим. И я их сделаю с туной, с помидорчиком и с авокадо. Это вообще вкуснятина просто. Я не знаю, что может быть вкуснее этого. Я это обожаю. Это прекрасный перекус. Это может быть даже практически как полноценная еда. То есть я поев вот это. Для меня это, ну, и кофе я уже сделала себе. Вот. Не самое полезное, конечно, но я сейчас вот это вот покушаю. Это будет у меня на два кружочка. Вот этого хватит. И кофеечек. И это, в принципе, можно сказать, ну, такой мой ужин. Но это не ужин, это полудник. Это типа между что-то обедом, полудником. Не знаю, короче, время сейчас 5 часов вечера. Вот это я поем. В следующий раз, может быть, я буду есть в 8 часов. Попробую вот эти вот масла, с которыми мы с Костей будем делать, мидии. Вот, значит, что мы сейчас будем делать? Я сейчас размочу, я вам покажу. Я их размочу просто в холодной воде, размачивается буквально в течение минуты. И наполняется вот нарезанным авокадо, помидорчиком и туной. Блинчики, что ли. Они получаются как блинчики. Это эти рисовые, рисовая бумага. Видно все, что внутри. Вы можете сделать 2-3 слоя, как вы любите. Я люблю один. Это просто, грубо говоря, салат, который вы сложили вместе. И просто вот так кушаете без тарелки. Короче, это вкусно. Сейчас будем пробовать. Обратите внимание, я не солила, не перчила, не поливала лимоном. Можно соевый соус туда немножечко капнуть. Короче, это вкусно. Так, все, поставила на треногу, как вы меня все время просите. Инна, поставь на треногу. Свет, конечно, извините, как говорится. Короче, я хочу просто уже кушать. Так, иди сюда. Иди сюда. Сейчас будем тебя кушать. Рай. Просто рай. Это самая вкусная еда, я ее обожаю.
Еще я люблю сюда бобы. Если бы у меня не проблема с зубчиком, то есть которого нет, я бы еще перчик сюда свежий маленькими кубиками порезала. У меня есть, ну, болгарский перец. Можно острый перчик. И я люблю сюда еще столовую ложечку бобовых каких-нибудь, фасоль какой-нибудь. Короче, это вкусно. Это блаженство, ребята. Не может сфокусироваться. Фокусируйся. Он не хочет фокусироваться, он хочет, чтобы я кушала. Извините, если вы меня смотрите, на улице ночь. Боже, это такой ям. Сумасшедший ям. Ладно, я пошла кушать свой второй. Без вас. Короче, это вкусно было в очередной раз. Я просто поделилась с вами таким своим маленьким снаком. Я знаю, что вы любите смотреть, что у нас на кухне, что мы кушаем. А уже вечером с Костей попробуем сделать mussels. Думаю, что это будет вкусненько. Расскажу вам. Так что вот это в Костко мы брали. Была скидка. Там сейчас это меньше, чем 2 килограмма за $10. Они уже в соусе. И это Prince Edward Island. Самый лучший mussels считается in Canada. Так что попробуем вечером. На улице полная темнота. Сейчас иду в аптеку, мне нужно взять таблетки. Время-то на самом деле 6:30. Смотрите, какая елочка красивая. Ой, на улице мороз, мороз, мороз. Иду, мне нужно взять таблеточки для Кости. Он сейчас пришел с работы. Они с детками там ужинают. А я иду, я всегда в это время прохожусь. Вот как красиво. Больше на улице у нас нигде нету, у нас не украшают. Вот. Так что, я не знаю, видно меня или нет. В общем, иду в аптеку за таблеточками. Потом приду, будем делать mussels. Ням-ням. Вот Нью-Йорк. Да, я себе люблю их помадки покупать. И туши. Вот у них сейчас скидки. Сейчас что-нибудь себе возьму, пока лекарство готовится. Костина. Вот я себе набрала. Блески, помадки. Все сейчас по большой-большой скидке. Итак, сейчас время уже вечернее, без 5:09. И мы попробуем с Костей наше блюдо. Вот как они выглядят. Таких упаковки в коробке 3. Опа, желтая стала. Таких упаковок 3 в коробке. Мы попробуем одну. Значит, что мы делаем? Мы сейчас поставим воду на закипание, будем ждать, чтобы вода закипела, и будем готовить их прямо в пакете. Есть несколько вариантов, как вы можете готовить. Называется то, что я буду делать, boil in bag. Это прям вот так мы делаем. Либо можно делать это просто в кастрюле, вывалить это, немножечко разморозить, вывалить это и делать, и как бы просто тушить, но смысл одинаковый. Поэтому лучше в пакете. Такие рецепты здесь часто готовки, что прям в пакете вы должны варить. Они абсолютно безопасны, ничего не выделяют. В общем, все продумано. Так что сейчас пока что я поставлю большую кастрюлю на закипание и покажу вам, как это будет происходить. Так, примерно мы посмотрим, как он сюда влезет. Да, она сюда должна будет влезть. Она сюда влезет. Так. А крышка где у меня? Крышка здесь. А тем временем я еще хочу поставить. У меня уже есть отваренные спагетти. Я их хочу подогреть к
маслом нашим. Но не просто подогреть, а немножечко с чесноком. Я прижарю немножко чеснок на сковороде и разогрею в этом спагетти. И, в общем, это будет такая подача. Спагетти с маслом. Так, добавим еще приправку одну. Вот у меня бейзил. Просто чистый сухой бейзил. Его немножко сюда присыплю. Вот оно сейчас начнет жариться. Сковородочка небольшая, на самом деле, думаю, хватит. Чеснок должен прожариться для того, чтобы он не позеленел, не был таким зеленым. Потому что если он так будет париться, как будто бы, то он позеленеет. Все, вода начинает закипать. Уже у меня намазался. Заложили, закрываем и варим 8 минут. Таймер поставила, уменьшила огонь. Так, проверяю, что действительно 8 минут. То, что я девушка такая, могу и перепутать. Так, boil in bag, stove top, heat from frozen. Так, 8-10 минут. Все, 8-10 минут. Так, а здесь я немножечко еще дам сливочного масла в этот, сюда. Так, что-то я сделала тихо, пусть оно будет на высокой температуре. И еще сюда маслечко. Вообще все, что как бы морское, рыбное, оно любит с маслом. Но так как мы сюда ничего не даем, потому что оно уже готовое, мы даем сюда. Вот, начинает шкварчать. Отлично. Да, пусть оно там растает с чесночком. Боже, какие ароматы здесь, ребята. Ой, опять-таки, извините, если вы смотрите меня в ночное время. Но это просто такой ям. Неописуемый ям. Не падать. Маленькая сковородка, надо было больше взять. Так, 5 минут осталось. Пока ничего не происходит. Все на месте, никто не шевелится, соус еще не растаял. Так, макарончики я уже выключила. Посмотрим, у нас осталось чуть больше, чем 3 минуты 20 секунд до конца. Ну вот, вода начинает закипать уже сама по себе в кастрюле вместе с маслом. Что происходит с соусом? Я пока не вижу, чтобы какие-то шевеления происходили. Не вижу, чтобы этот соус как-то бурлил там. То есть он, видимо, видно, что он уже растаял. Ну, посмотрим, что тут с ним будет, с этим соусом. Ну вот, осталось меньше, чем 3 минуты. Так, осталось нам почти минута до конца готовки. О, я начинаю видеть, как закипает у меня сам соус, начинает шевелиться внутри пакета. Не знаю, видно ли вам, вот здесь я вижу, как соус шевелится, вот здесь. Вряд ли вам будет видно, то есть он не шевелится, видно, что он уже там разогревает. То есть, ну, короче, в движении.
Ну что, вот у нас таймер и проработал. Значит, смотрим, что у нас тут происходит. Значит, происходит непонятно что. То есть, вот я приблизила. То есть, я вижу, что внутри соус потек. То есть, он там весь уже ликвид. Я выключаю таймер. Хватит пикать. Выключаю огонь, выключаю таймер. И я дам еще этому постоять чуть-чуть. Будем открывать. Пусть постоит еще несколько минут. Так, ну что? О, вот. Пакет надулся. Сейчас это как положено выглядит. Вот пакет надулся, и я вижу, как в нем булькает сам сироп. Сам соус. Вот видите? Вот что у нас произошло. Так, я аккуратно могу его вытащить. Угу. Видно, как оно там все плавает. Так, сейчас я возьму щипцы. Осторожно, потому что здесь все горячее. Нужно быть очень осторожными. Сначала я вылью все это в сосуд. А потом уже из сосуда я это все перенесу на подачу, на тарелку, там, где я все подам. Так, давайте посмотрим, как я это смогу сделать. Так, я буду придерживать щипцами, резать ножницами. Так. Вот они все хорошенькие. Вот сюда. Вот так аккуратненько перемещаем. Та-дам! Та-дам! Все, вываливайся. Супер. Это мусор. Все, обратите внимание. Что у нас? Ой, какой запах, Костя. Это просто обалдеть, ребята. Какой запах. Это просто обалдеть. Супер. Так, все. Теперь мы выкладываем часть сюда. Так. Вот сюда. Часть сюда. Другую часть сюда. Так. Кости больше, потому что он любитель меня. Так, и теперь самое вкусное — соус. Соус — это самое вкусное здесь. Прелесть. Ну, еще на вкус осталось попробовать, но запах просто обалдеть. Ну что, вот как это выглядит. Та-ри-ра-ра. Костя, ты готов к дегустации? Я готов. Ну пошли, будем дегустировать. Будем пробовать. Я первый. Вот. Ой, почему они холодные? А, это ракушка остыла. Ничего себе, это другое. Обалденно. Костя. Да? Присоединяйся. Ну да, вчера мы орла. Сейчас я включу, ты попробуй сначала. Скажи свое мнение людям в камеру. А что я должен сказать? Правду. Ой, блин, вкусно. Подлива, обалдеть. Эти сами мидии обалденные. Просто вообще. Рекомендую. Да не открылись ли ты их? Они открытые. Открылись сами, конечно. Это Prince Edward Island. Самые лучшие, которые есть в Канаде. Да, вкусные, правда? Ой, они холодные? Почему они холодные? Холодная ракушка. Остыли уже. Вкусно, очень вкусно. Правда вкусные? Классные. Так что вкусно, ребята. Берите вкусные маслс.